Цветочная база «Роза» на проспекте Автомобилистов переходит в формат оптовой точки. Цветы здесь стоят в несколько раз дешевле, чем в других магазинах. Сейчас действует акция, при которой скидку дают даже при покупке одной розы. Хотя и без нее цены здесь приятные. Дешевле вы точно нигде не найдете. Цветочная база «Роза» продолжает акцию «Цветы по оптовым ценам». В нашей сети вы можете заказать букеты на любой бюджет и событие. Флористы специально подготовили несколько композиций, чтобы наглядно показать, что и во сколько вам обойдется. Для своих покупателей мы подготовили подборку букетов. Такой букет подойдет для дня рождения. Стоит он 1700 рублей. Вот этот букет можете приобрести для годовщины. Стоит он 2800 рублей. А вот эта композиция подойдет для первого свидания. Она обойдется вам всего 1800 рублей. Всегда свежие цветы можно заказать на сайте или в социальных сетях. Доставка работает быстро. Купить цветы по самым низким ценам можно в салоне на проспекте Автомобилистов. Это торговый центр «Мебелин Парк». Вас ждут ежедневно с 9 утра до 9 часов вечера.